Yeterim, mükünüştin mürtülerim mütemin Kasiyette dombranı kol almay Doğruldu evet el gederim Ben kazaktım boyumdakı kan kazak Ben kazaktım ben şırkaydım en kazak Bir kazaktım bakıtı men bağına Barşanı men kuan zikin bar kazak Ben kazaktım türüm kazak tel kazak Ben kazaktım men aytatın jır kazak Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда не терем, қалай басқа байраққа. Всем привет! Привет, привет! Челябинск, Тюмень! Напишите, напишите географию нашего эфира. Поднимем энергию, ребят. 21 век. Век энергии. Все внимание. Настолько в чистоте нужно держать. Германия! Киев! Вау! Красноярск! Супер! Якутск! Собираемся! Как вам слышно, ребят? Я себе здесь такую мелодию поставила. Это Ташкент, Украина, Варшава, Татарстан, Барселона, вау, Харьков, Уральск, Атрау, Тамара Ханам, Испания, Москва, супер, Новосибирск. Ураль, Западный Казахстан. Супер. Бурятия. Потрясающий день сегодня. Потрясающий. Атрау. Отличное настроение. Супер, супер. Круто, что делитесь. Самара. Москва, Владимир, Австрия, Калининград. Вау, супер. Перед вами казашка, который кланяется вам, ребят. Приветствует Узбекистан, приветствует Бухара, Краснодар. Так, потихоньку будем начинать, да? Сейчас. Или на репит поставить. Казахстан Улуман. Так, все. Владивосток. Рада приветствовать. Башкирия. Рада приветствовать, ребят. Жезказган вижу здесь. Супер. Архангельск. Россия, Курск. Приветствую. Белоруссия. Приветствую, приветствую. Мои дорогие сестры, братья. Повтор. Да, соберемся, да, окей, давайте тогда пятиминутную перекличку сделаем сейчас. Ребят, вот один из способов поднять свой гормон счастья, это слушать вот такую зажигательную музыку. А мы, казахи, мы богаты вот этими разными дрын-дрын-дрын-дрын, домброй, мы богаты киями, мы богаты, как и наши братья киргизы, да, богаты вот этими динамичными. Или вот песня, да, вот эта вот крутая. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Деп вот на такой ноте очень круто начинать свой день, ребят. И сегодня мы будем про это говорить с вами, потому что, ну, кто как не я, да, буду создавать свою жизнь. А жизнь, она состоит из состояния определенных, да, и 21 век, мы сегодня будем говорить про, ну, что важно, да, на пути, когда ты познаешь себя, когда ты погружаешься в свой внутренний мир, да, как, сейчас мы об этом, кстати, поговорим, пока давайте на репит, по просьбе, вот так вот,
жанда мекерем, бұл жалғанда бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік шылқынымдей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда мекерем, өкініштен... Узбекистан, привет! Кто устал, ребят, постаньте, попрыгайте, попрыгайте. Хоп! Дайте, дайте, нащупайте свой пульс. Вы живы, вы живете. Потрясающие, потрясающие спикеры, потрясающе наполнили. Поэтому давайте вот, ну, можно даже громче, ну вот вся максимально. Найдите свое сердце. Найдите, вот почувствуйте, как оно с вами в унисон бьется. Вашему желанию красивой жизни, вашему желанию лучшей жизни, чем сегодня, вашим поискам постоянной информации, знаниям. Поблагодарите, что она вместе с вами в унисон, благодарна. Знаете, как вот этот вот генератор, да, всего. Вот. Почувствуйте свой пульс, да, обнимите саму себя. Есть классная песня у Майкла Джексона, об этом говорил и Ганди. Обрати внимание на человека в зеркале. И вот мы сегодня будем говорить именно про нас с вами, про каждого из нас. Сделаем кое-какую практику, я здесь кое-что еще нарисовала. Поэтому давайте, я думаю, начнем. Начнем. Я рада приветствовать каждую из вас. Меня зовут Мусабаева Динара. Я национальный директор компании Incruises. В компании, ребят, да, вот нашей огромной, потрясающей, самой лучшей компании, да, компания, которая в ногу со временем идет, потому что бизнес 21 века, и мы с вами, ребят, круто. Жаль, что у моей Жанны из Нурсултана нет Инстаграма. Все, давайте, короче, настраиваемся. Я мама двух прекрасных детей, моему малышу, он грудничок у меня. Вот сегодня мы говорили много про состояние, да, сейчас, да, компания Incruises, наверное, как и вам, помогает мне сохранить вот это, ту же духовность, состояние благодарности, состояние вот это вот четкое понимание, что я хочу жить, да, потому что сегодня у меня тоже выявили двухстороннюю пневмонию, да, был кашель, все это пройдено, и вот... Было лечение, но 80% это, и мы сегодня будем про это говорить, мы будем говорить про то, что помимо таблеток, какие еще есть антисептики, да, для нашего здоровья. И если бы медицина внедряла бы эти методики, то, наверное, ну и число, да, больных уменьшилось бы в разы, и вот этот сам период лечение, да, он сократился бы в разы. Поэтому, ребят, сегодня, да, я хочу поприветствовать каждую из вас, и вот с большим таким вот, ну, с большой долей ответственности я начну тему про духовность. Я на пути духовности, и, наверное, это предложение, да, от моего наставника Султаны взять эту тему. После предложение поступило после того, как я создала марафон благодарности для всей семьи Incruises, и он проходит на страничке, на моей страничке Динаргиз. Он бесплатный, он каждый день в 7:00 для нашей семьи, ребят, потому что когда, как не сейчас, да, нам нужно сплотиться, нам нужно друг друга поддерживать, а поддерживать мы можем через определенные практики, как сегодня круто нам донесли наши спикеры. Огромная вам благодарность, ребята, огромная благодарность. Да, поэтому тема марафона, она благодарность, поэтому сегодняшний мой эфир, он будет созвучен как раз-таки с вот этой темой. И поэтому кое-что охота и нарисовать с вами, поэтому если есть блокноты, вооружитесь, пожалуйста. Я не час буду в эфире, чуть меньше, в 7:00 по Нурсултану, по Алматы.
в 7:00 по Нур-Султану. Если вот Джадра, кто девочки сидят, Ксения, напишите, пожалуйста, мой инстаграм. Хорошо? Мы там планировали на общий какой-то сделать, да, там какие-то были непонятки, не стыковки. Поэтому вот пока там, мы сейчас вот завтра начинаем 10-й день с нашими участницами, потом присоединяйтесь, ребят, присоединяйтесь. Там и техники с фильма «Секрет», то, что давала магия Ронда Берн, то, что давал Джо Витале в своем «Жизнь без ограничений», все то, что давал Лиз Бурбо, да, по исполнению желаний, по всем критериям, которые диктует 21 век. А что диктует 21 век? Это не 20 век, когда в 20 веке после фильма «Секрет», да, все рванулись на свои мысли о том, что мысли обретают форму. Сейчас век внимания. Внимание – это энергия, потому что там, где внимание, там энергия. Поэтому, если сейчас вам не хватает, да, лишний раз обнять своего ребенка, если вам лишний раз не хватает и нет у вас сил уже к концу там, делать звонки своей команде или выходить в прямые эфиры, скорее всего, ребят, у вас энергия была затрачена не туда, и этому виной, конечно же, это наши соцсети, это наш сотовый телефон, который отнимает это время. Поэтому я сегодня хочу больше говорить про человека в зеркале, про вас. Про вас. Последний турне Майкла Джексона был как раз под названием, да, «Человек в зеркале», обрати на него внимание, все внимание на себе, потому что если мы хотим жить созвучно, а мы звук, планета издает определенный звук, сейчас это вибрации и так далее, да, мы должны быть тоже созвучны. То есть мы должны делать все, что требует от нас 21 век сейчас, чтобы нас, да, чтобы мы не умерли, чтобы нас вот, ну, вселенная не вытолкнула, да, и, как говорят, да, там, поделимся мы на две категории, да, люди, которые богаты, богаты духовно. Духовность, духовный мир, насколько богатый, это вот мы можем заглянуть себе кошелек, да, на свой счет банковский, и можем сказать, насколько мы духовно богаты, насколько мы финансово богаты. Духовное богатство, это вот насколько ты наполняешь себя внутренне, не массажами, ребят, не покрасками, не кремами, а внутри, насколько ты, и вот сегодня Гульнас круто вот эти вот все погружения сказала, раскрой себя, да, я так это прочувствовала, огромная благодарность вам, да, вот, ну, все же в тебе, вся сила, мощь в тебе, вся сила в мощь, поэтому, ребят, сегодня мы будем говорить, и я сейчас нарисовала вот такое вот дерево, самый большой лист нашла, вот, если видно, я вот пока вот так сделаю, да, свою эту камеру. Посмотрите, пожалуйста, это дерево, да, это дерево, у которого есть листики, у которого есть что, веточки, да, есть ствол, да, и есть что? Есть корни. И вот это все на внешнем мире, и вот это все, какой мир? Это внутренний мир, невидимый, да, и вот мы хотим яблочку, да, яблочку, яблочко есть, мы ее откусили, яблочко нам на вкус не понравилось, или она была с червяком, мы ее выкинули, да, потом мы дальше ждем, что опять начнет цветение яблони, яблоня опять, да, принесет нам яблочко, мы опять ее откусили, там опять червяк, да, или там не тот вкус, кислый, да, он слишком, и мы, получается, не меняя корни, мы ожидаем, что яблоко будет опять, ну, другой, да? Поэтому сегодняшняя тема очень актуальна. Ребят, вот мы сегодня, вот все спикеры сегодня постарались вот проработать вот тут значимость, придать вот основу, основ дать. Это наши как раз такие корни, это наши ограничивающие убеждения. Есть же еще другие убеждения, которые нас взращивают, дают нам силы, а есть вот такие лимитирующие, ограничивающие установки, песня наша, да, об этом будем говорить. И значит, смотрите, поменял корни, соответственно, плод поменяешь. А вот эти вот листики, ребят, вот эти листики, это наше состояние. Вот это вот наше состояние. И сегодня мы много, я хочу поговорить про именно про состояние. В каком состоянии вы находитесь? И первую практику, которую я хочу, чтобы мы с вами, ребят, сделали. Первую практику, которую мы сделали, пожалуйста,
Запишите. Сейчас вы настроите свою сотку. Очень легко. Очень легко быть, жить по законам 21 века, когда ты держишь в чистоте свои слова, свои мысли, все внимание на себя. Не даришь свое внимание блогерам, не даришь свое внимание статистике по ковиду, по заражению и так далее, потому что работает закон притяжения. Он работает безусловно. Хотим мы, не хотим, да. Как он работает, мы это не видим, да. Как ток по электричеству течет, мы не видим, но мы понимаем, что свет есть, да. Поэтому, ребят, закон притяжения — это когда вы на земной шар, он круг, а вы хотите, вы не задумываете, что вы упадете. По закону притяжения, да, вас тянет земля, и вы спокойно ходите, не задумываясь, что при этом с космоса земля сейчас перевернута. Поэтому ваше вот состояние притягивает еще одно состояние, и только вы являетесь магнитом того или иного состояния. Хотите, чтобы у вас радостных состояний было больше, вы должны в этом состоянии. И вот это упражнение, когда вы возьмете сейчас сотовый телефон свой и настроите. Вот, допустим, вы пробуждаетесь во сколько? И мы будем сейчас еще говорить о часе, который вы будете... Да, там вы, допустим, сейчас вот я вам задам вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, позаботьтесь, пожалуйста, о себе. Вот Ахкеме, Наскен, кто Сергей, позаботьтесь, пожалуйста, о себе. Вы знаете, как о себе можно позаботиться? Знаете? Вот когда мне задал тренер на каком-то тренинге, да, вот этот вопрос, я такая говорю: так, заняться о себе, позаботиться о себе, это как? О дочке я знаю, как позаботиться, ей там 5 лет. О сыне я знаю, ему 10 месяцев, да, там. О маме я знаю, как позаботиться, да. А как о себе позаботиться? Не научили. Не научили. Вот у нас... Это тот 20 век, когда мы родились. А сейчас, ребят? А сейчас 21 век. Сейчас как никогда мы своим детям говорим что? Мы говорим: пожалуйста, займись собой, пожалуйста, почитай книгу. Задаем вопрос: как ты хочешь жить, как ты хочешь жить, чем ты хочешь заниматься, как ты видишь свое будущее. Сейчас мы вообще другие разговоры ведем с вами. Теперь смотрите, чтобы понимать вообще, в каком я состоянии проживаю весь день, потому что мой день формирует мою жизнь, да, казалось бы, вчера только был 19-й год, сейчас уже 20-й год лета, да, все помним только то прошлое лето, уже это лето, да, и то, как, в каком состоянии мы находились, мы, в принципе, вот сейчас к этой реальности сегодняшней мы пришли. Теперь смотрите, вы пробуждаетесь во сколько? В 7:00, пишите, а у вас день рождения 5 числа, вы пишете 7:05, там 8:05, 9:05, 10:05, вот так напишите, и у вас получится примерно 15 раз будильник зазвенит. Ваш будильник зазвенит ровно в ваш день рождения, дата. Допустим, у меня 16 числа день рождения, и он звенит. И я сажусь, при этом, ребят, я была очень занята, я была на важной встрече, неважно, будильник зазвенел, я погружаюсь вниз. Я погружаюсь в себя, все внимание на себе, потому что где внимание, там энергия, где энергия, там деньги, любовь, крутые отношения, новый ранг, все там, где ваша энергия. Поэтому, где ваша самая сильная мысль, там вы. Вот думайтесь, а что формирует нашу мысль? Наши. Что формирует наши корни вот эти, убеждения? Наши мысли, которые были сформированы когда? Кем? Сейчас, минутку, ребят. Потом. Скажи, денежки потом скажи. Пока закройте. Угу. Скажи, мама сейчас эфир проведет потом. Прошу прощения, ребят. Здесь мне малину принесли. Поэтому смотрите, ребят. Все. Корни мы знаем, что нужно, да, что-то делать. А что делать с убеждениями? Да? Поменять мысли. Мысли что формируют? Наше состояние определенное. Поэтому я спросила себя. У меня будильник зазвенел 7, там, 6:18. Я рано просыпаюсь. В 6:18 зазвенел будильник. Я такая лежу или там зубы чищу, или что-то делаю. Об этом сейчас тоже поговорим, что нужно делать, чтобы то-то, то-то было. И такая сижу и говорю: полна благодарности, полна сил на сегодняшний день, беру этот день как новый шанс сделать что-то по-другому, и все. И написала, могу зафиксировать, это круто, если есть под рукой у вас дневник ваш, или заметки, классно. Потом через час опять вы уже там делаете завтрак, опять будильник, радостно,
там или с мужем поругались и говорите этот, или там у кого-то в блоге увидели, зависть у вас одолевает, что сейчас я испытываю, и у вас получится, да, такой о себе какой-то самоанализ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, допустим, даже 15 раз будильник зазвенит, 15 состояний. И потом мы часто слышим такую фразу. На какой частоте ты вибрируешь? Да не знаю я. Когда у вас спрашивают, что, как у тебя дела? Обычно мы что отвечаем? Отлично. Но, ребят, бывает же и не отлично. Бывает же прям супер пиковое состояние. И это состояние вам желательно на него, его поймать это внимание. Оно бывает буквально там, да. Классно, если через полчаса у вас будильник будет звенеть. Но вот через час, я думаю, это реально. Все, себя протестировали, поняли, что вибрировали на низких частотах. И себе говорите, ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что, хочешь быть магнитом для этого дерьма, чтобы было больше по закону притяжения? Нет, конечно. Поэтому что вы делаете? В ту же секунду, а у нас, если меньше 13 секунд мысль прокрутилась, страх там, о смерти, там, еще что-то, да, там, раз что-то услышали или увидели, там, самолет разбился, мимо меня, да, вот не 13 секунд, чтобы не больше 13 секунд было. И, а тут будильник зазвенел, вы же себе дали уже характеристику состояния своего. Все, и сказали отмена. Поэтому, ребят, вообще духовность – это же ценности, это ваши цели, это ваши отношения, это духовность, это, знаете, погружение, отношение к себе первому, к человеку в зеркале, к людям, вообще к миру. Вот ваше отношение какое? И, вот, кстати, у меня 19-16 зазвенело. И сейчас я даю себе характеристику. Воодушевлена, полна сил, энергия прет. Вот сейчас я на высоких вибрациях. Сейчас через час опять будет. Прикиньте, опять будильник зазвенит, опять я как кто я. Поэтому что такое высокие вибрации? Это просто самоанализ, ребят. Самоанализ, эта техника, если будете применять, очень круто будет. Теперь смотрите, давайте возьмем опять, да, у людей, которые пишут новаторские разные эти, всю жизнь, да, 30 лет посвящают исследованиям, да, как, что. Смотрите. Ребят, вот смотрите, вы будете, допустим, если, оказывается, человек начинает свой день, час силы, да, час силы, вот первые 20 минут после пробуждения, если он будет сильно потеть, допустим, песня, да, и вы вот прям вот ушли в комнату на свежий воздух, и вы потеете, прыгаете, скакалка, танцы, у кого что есть, да, не знаю, что у вас вот... Прям до пота доведет, что пот был у вас. Пот, хорошо? Теперь смотрите. Когда у нас пот выделяет организм, у нас в мозгу вырабатывается такой какой-то белок. Он, ну, нейро такой-то, да, белок. Белок, который восстанавливает поврежденные клетки мозга. Плюс вот это состояние вот этого активного пота, вот как только что песня что вам дала? Она повысила ваш дофамин. Ребят, а что такое дофамин? Это гормон счастья. Прикиньте, и получается вот это вот гормон силы, гормон, повышается какая-то вот, вот какой-то внутри энтузиазм у вас, да, вот, и вдохновение, страсть, вот это пиковое состояние. И вы вот, серотонин повышается, а самое главное, вот этот вот гормон нехороший, гормон страха, как кортизол, он понижается, и понижаясь, страха нету, и вы на вот этом состоянии, да, на день себя так зарядите. 90% вашего успеха, вашего дня зависит от чего? От того, как ты начнешь утро. Следующий день зависит от чего, чтобы ты точку поставила с завтрашнему дню, как ты завершишь следующий день. Как можно завершить следующий день? Тоже сейчас поделюсь. Смотрите. Смотрите, значит, следующие 20 минут, вот мы 20 минут попотели, все, прям пот, да, вот такую повязка, прям вся мокрая, в
Все, дальше мы садимся и берем дневник благодарности. Я вас приглашаю к себе на марафон бесплатный для всех, своих зовите. Кто-то с нами прошлый марафон, в тот поток он исцелился, ребят, потому что на высоких вибрациях нужно быть. Все пишут, то-то-то делай, регидрон пей, то-то-то, и хорошее настроение. Да? Кто-то не хочет ложиться в больницу, потому что там что, плохое настроение, там общество, там тебя сформируют, там агрессивная обстановка, да? Поэтому стараемся быстро забрать, да, вот, допустим, мы, родители, хотим быстренько забрать. Поэтому смотрите, следующие 20 минут - это благодарность. Так, звук удаляется до шепота. Это я шепотом, тембр у меня меняется. Теперь смотрите, ребят. Я так ближе сяду. Следующие 20 минут вы даете и пишете, вот если есть у вас там привычка писать свою идеальную жизнь, да, как вы проживаете там ее, да, через там 5 лет, там 2 года, 1 год, неважно. А вот и там же дневник благодарности. Вот, допустим, сегодня мы делали, магнит, денежный магнит. То есть у нас была сегодня практика благодарить за деньги, за все квитанции, которые приходят и так далее, потому что у благодарного сердца пир не заканчивается. И вторая фраза, аффирмация, которая была написана еще там 1000 лет назад, 100 лет назад, да, Будда, и сейчас я вам это все для, чтобы вы закоренили, да, убеждения определенные, я вам дам. И смотрите, в Коране, в Библии это все писалось. Теперь смотрите, значит, вот... Или фраза «благодарность – это богатство, жалоба, сетование – это бедность». Прикиньте, и это было написано Лао Цзэдуном, Конфуцией, и этим Эйнштейном. Представляете, вот эти фразы, которые тогда-тогда еще. Теперь смотрите, следующие 20 минут – благодарность, ребят. Насколько вы благодарны здесь сейчас? Хотя бы 10 причин для благодарности, почему я благодарен. Благодарю за... то, что я проснулся, потому что новый день, новые возможности. Благодарю за свое прекрасное здоровье, благодарю за свои стопы, да, потому что я твердо могу стоять на ногах, да. Я благодарю свои за возможность сделать глубокий вдох, за свои потрясающие рабочие легкие, да, потому что они насыщают кислородом весь мой организм, всю мою клеточку. То есть, смотрите, для исполнения желаний и для благодарности нужно состояние. Это как для любых отношений нужно чувство, да, да, там, любовь нужна и так далее, да, для выстраивания долгих отношений, о чем говорила Гульнас. Так и для того, чтобы ваши желания исполнились, вам и нужно определенное состояние. Да, поэтому погружают в визуализацию, в будущее вас и так далее. А вот сейчас вот про благодарность. Почему я благодарен? Усилить прям нужно, усилить. И вот это утром заниматься круто. Теперь смотрите. Второе, да? Ой, в следующие 20 минут. Вот у нас 20 минут потеем, потом благодарность, потом мы читаем, мы самообразованием занимаемся, мы какую-нибудь книгу там читаем. Асель Садыкова нам на «Миссии на миллион» рекомендует читать 20 листов в день. Если 20 листов, а книга состоит там из 160 страниц, то вы вот так вам хватит там 5-6 дней прочитать одну книгу. Это же очень круто, да? Очень круто. Теперь смотрите, значит, все, мы день так начали, зарядились, да, но потом это состояние не надо на целый день растягивать. Потом уже к действиям нужно. К четким действиям, да, переходить. Теперь смотрите, значит, про дерево, про убеждения, да, которые мы говорили. Вот смотрите, давайте для того, чтобы, вот говорят, да, частота Земли столько-то герц, да, частота высоких вибраций столько-то герц, а там низких вибраций столько-то герц. Так как низкие вибрации отличные намного от частоты Земли вибраций, соответственно, тебе живется хреново. Тебе сложно на отношения наладить, прибыль в своей жизни увеличить, там, любовь найти и так далее, да, потому что ты на низких вибрациях. Ты не созвучно звуки издаешь с Землей, да, с планетой Землей. Теперь что делаем? Теперь мы находим какую-нибудь высокую частоту. Для себя я нашла, и для вас, для партнеров, многие, да, это практикуют, благодарность, дневник благодарности. И для того, чтобы убеждения о благодарности у вас были вот не так, что кто-то вам дверь открыл, вы говорите «спасибо», или кто-то вам кофе угостил, вы говорите «спасибо», да, такое... Жадное, скудное, спасибо вежливости. Нет, благо-тире
не тире, а вот пробел, дарю, благодарю от всего сердца. За что? За то, что ты такой внимательный. Хорошо? Чувствуем, потому что по закону притяжения вы будете постоянно в этом ощущении, в этом состоянии проживать. У вас будет тысячи, тысячи, миллионы ситуаций, когда вы будете в таком состоянии, когда вам кто-то сделал приятное, потому что вы усилили эту магию. И наш марафон так и называется «Магия». Теперь смотрите, что я хочу вам дать, ребят. Что я хочу вам дать? Мухаммед, это наш пророк последний, да, вот все мусульмане знают, он учил. Благодарность за полученное изобилие – лучшая гарантия того, что изобилие не иссякнет. Дальше. Будда утверждал, что человеку надлежит лишь радоваться и благодарить. По словам Лао Цзы, если вы радуетесь существующему порядку вещей за то, что вы имеете, вам принадлежит весь мир. Кришна говорил, что все, все приношения он принимает с радостью. Царь Давид призывал к вознесению благодарности миру за все, что существует между небесами и землей. Иисус, прежде чем совершить каждое чудо, обязательно произносил слова благодарности. Поэтому вот кому бы вы сейчас ни обратились, каким бы учением, какой бы вы сейчас ни были религии, вы, наверное, найдете, да, подтверждение этим словам. И еще, ребят, в Библии тысячелетия была фраза одна. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он имеет». И люди думали, что богатый станет богаче, бедный станет беднее. Вот его судьба. Но там скрывался одна еще одна фраза. Фраза – это благодарность. Будьте благодарны за то, что имеете, сегодняшнему дню и вашей жизни. И там в вашей жизни приумножится. Ибо кто имеет благодарность, тому дано будет и приумножится. Кто не имеет благодарности, от него заберут, ну, у него отнимут даже то, что есть. Представляете? Поэтому вот такие вроде простые вещи, да, которые будут завтра формировать вас. Про убеждения и духовности, наверное, больше ценности. Да? Какие есть убеждения, есть ценности. Какие в вашей жизни ценности? Ценности – это всегда любовь, искренность, там, ваша честность ваша, да, то есть вот что вам ценно в вашей жизни. Поэтому если, да, сейчас в вашей жизни чего-то не хватает, если в вашей жизни сейчас чего-то мало, скорее всего, в этой отрасли, если вы имеете команду небольшую, да, скорее всего, вы этой команде так неблагодарны. Или вы неблагодарны за компанию, которая пришла в вашу жизнь, и вы не благодарите, просыпаясь, за то, что вы имеете возможность сегодня находиться в компании Инкрузис. Поэтому по закону притяжения блага, которые сыпятся на топ-лидеров, на борд директоров от Инкрузиса, вам не сыпятся. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, ваше отношение к себе, ваше отношение к жизни, как вы относитесь к людям, любите ли вы людей? Потому что реально бизнес Инкрузис – это отношение, отношение с человеком в зеркале. Есть ли к себе претензии? Зачем вступила? Зачем то-то? Или к партнерам, которых там притянула своим состоянием херовым? Вот таких партнеров. Есть ли? Поэтому задумайтесь вообще, что я, то я, что я сейчас хочу. И вот это вот погружение, это же и есть духовность. Это когда вы не вовне ищете, что есть у той, а у меня нету, а что есть во мне. Что есть во мне? Да вы подобие Бога. Об этом так сказала Наталья. И, Наталья, я вас так благодарю за вашу практику, вот про папы, да, вот. У меня дочь, она растет без отца. И все, что касается отца, вот пока я там тоже не сделала работу над собой, да, сколько монет провалилось. Благодарю, классно, супер. Супер, пишите отзывы в ваши чаты. Ваши сейчас наставники так хотели, чтобы вы были на эфире, да, так хотели, чтобы вы зашли, потому что вот, ну, огромная благодарность Султане, вообще вот Ксении, да, топ-лидерам на планерке, когда вот мы просто задались вопросом, что сейчас нужно людям, что сейчас нужно. И вот мы пришли к тому, что у людей
с корнями не все в порядке, поэтому кислит яблоко, червивое яблоко. Результат в инкрузисе, наверное, не тот, поэтому, да? Поэтому внутренний мир, он создает ваш внешний мир. Внешне все. Не ищите причины в людях, не ищите, только в себе. Поэтому вот эта вот практика, которую я хочу еще одну сделать, практику с вами, она называется «Человек в зеркале». Сейчас вот пока вы отойдете ко сну, да, разные часовые пояса, вы просто загляните в зеркало, посмотрите на человека в зеркале и скажите, да, поблагодарите его, поблагодарите, полюбите, да, настолько с любовью, безусловной любовью, как на ребенка смотрите, посмотрите на себя, прям раздейтесь догола, да, вот как Ками говорит, купайся там, отношения наладь с деньгами, да, переспи, переспи с собой, посмотри на себя, посмотри, посмотри, обними себя, вот ты, только ты источник всего. Кто молодец? Я молодец, да? Реально ты реальный молодец. В тебе есть все качества. Просто они кем-то когда-то притуплены были. Сейчас, если ты себя вспомнишь, и, возможно, мы не вспомним, да? Разные были ситуации у всех. Каждый кто-то в семье вырос, где говорили, ты все сможешь, да? И так далее. Кто-то в разных, кто-то без родителей вырос. Поэтому, а сейчас есть возможность. Есть возможность, да, через внимание о себе познать себя. И вот это и есть ваша духовность, это и есть ваш личностный рост, это и есть постоянно, пока будет биться сердце, искать возможности стать лучшей версией себя, искать источники. Поэтому ваша судьба привела в компанию Инкрузис. Компания Инкрузис – это не круизы, компания Инкрузис – это взращивание лидеров. А первый лидер, кого ты взрастишь, это ты сам. Просто каких лидеров ты хочешь себе в команду? А есть ли в тебе эти качества? Как у одного человека спросили на тренинге, то есть тренер спросил у человека, у людей, которые хотят выйти замуж или жениться, и говорит, представь, что твой сын женился на такой, как ты. И он привел женщину такую, как тебя, то есть, ну, вот прям как ты, точно как ты. И вот какое твое состояние? Пришла в дом такая, как ты, с характером таким, с таким, вот знаешь, когда один на один остаешься, да, со своими вот этими страхами, неуверенностью, комплексами, да, с привычками какими-то, да. И он говорит, откройте глаза, вам всего лишь остается меняться, и придет ваш принц в вашу жизнь. Круто же? Круто. Поэтому по своим убеждениям, да, может, почему меня еще пригласили, ребят, по своим убеждениям я тоже пробила свой потолок по финансам. Передо мной убили одного бизнесмена когда-то, да, это было там 12-13, даже до дочи, дочь сейчас 14 лет, это было, ну, скажем, 16 лет назад, да, и у меня было, что деньги – это страх, не страх, а опасно. Опасно, большие деньги. То есть деньги нормально, но большие деньги – это опасно. И когда я просто представляла образ денег, когда меня тоже погружалась, да, я увидела образ, что это баба-яга, которая боится меня, я ее, поэтому мой финансовый потолок там на протяжении 7 лет был там определенная сумма, и туда-сюда на 20 тысяч больше становилось. А потом пробилась, в 5 раз увеличилась. То есть если я в тенге получала там 200 тысяч, пробился миллион, получила там в течение 2-3 недель. Прикиньте, просто выявить, потому что первый шаг – это осознать же, осознать, где я сейчас нахожусь, что вокруг меня происходит, да, все, и признать, принять, что все это я создала, не муж, которого я вышла зачем замуж, да, или там еще что-то, а вот именно, что вот я всему, и, соответственно, я сам своими руками и с мыслями это все создал, корни я сейчас буду работать с корнями, и я плод получу, другую реальность через год вы получите, хорошо? У меня такой страх, говорит. Теперь смотрите, второй страх у меня, супруг, когда я вышла замуж, он у меня через 2 недели погиб. Вообще на пути к моему духовному этому, через смерть, такая благость пришла ко мне, да? Одна моя мама, с которой... И сейчас прочитаю, Динар, что пишете, да? И смотрите, и страх был, что... Я замуж не выходила долгое время, я сейчас тоже не замужем, да, и гражданский брак у меня. И смотрите, у меня страх был, но я его выявила где-то 2 года назад, страх, я не хочу, я понимаю сознанием, но у меня в 19 лет, сейчас мне 35, да, у меня был страх, что хоронить кого-то я не хотела больше. Представляете? Вот такие вот разные моменты, и когда ты начинаешь... И вот это вот меня сподвигло, да, вообще, когда я задавалась вопросами, делала запрос,
А вы делаете запрос, когда вы засыпаете, да? Когда что-то ходите, когда изучаете, когда приглашают на такие эфиры, и вы говорите, вау, это случайность, эта информация пришла просто через уста человека, а сама информация пришла от Бога мне на мой запрос. И вы сегодня здесь на эфире, и вы сегодня в компании Incruzis. Не просто так, ребят. Если бы в пандемию, да я бы в пандемию без Incruzis, я бы свихнулась бы. Я бы свихнулась без Incruzis. Без вас я бы, без своих топ-лидеров, без своей команды, без своих лидеров, представляете? Без своих думающих, для которых я вдохновитель. И я не могу в пандемию, да, писать о негативе. Я не хочу. И вообще у нас по мусульману, да, вот, ну, по сунне, там, нельзя быть разносчиком плохой информации. Особенно говорить, что кто-то умер. Женщинам нельзя. Представляете? Эти знания тоже пришли. Я же задавалась вопросом вообще, как правильно? Потому что неохота быть разносчиком негатива. Поэтому огромное вам, вот вы на пути к духовности, тема моя сегодня такая. Не будьте разносчиком плохой информации в чат. Окей, услышали, сказали, мимо меня, не надо. Вы человеку, который в состоянии пиковом сидел, в радости, вы скидываете информацию, вы влияете на его вибрацию. Зачем? Ну, зачем? Да? Я сегодня, допустим, тоже там что-то услышала, но я родителям это не сказала. Найдутся люди, которые скажут. Все, я не хочу быть, и мне нельзя. Я, так как я мусульманка, мне нельзя говорить о том, что кто-то где-то умер. Представляете? А вообще разносчикам плохой информации тоже. Давайте, мы же семья, да, у нас есть одни законы, у нас есть свой кодекс, как кодекс чести. Пусть кодекс чести будет не сливать вниз негатив, только позитив. Вау, я забронировала круиз. Вау, сегодня вот в чате, да, там новые новички у меня, первая линия расширяется. Вау, то. Сколько всего, пожалуйста. Хорошая традиция, да. Теперь смотрите. Мысли, контролируем наши мысли, наше состояние внутреннее. Что еще, ребят? Еще такой вопрос хотела вам задать. Если у вас что-то, во что вы раньше верили, а сейчас уже не верите, то есть силу не имеет эта вера, вы когда слышите, вы говорите, ой, абсурд. Вот как я про то, что хоронить там буду следующего мужа, или там то, что деньги это зло, да. И что повлияло на то, чтобы вы поменяли? И прям выпишите. Найдите. Оказывается, эта ситуация была нейтральная, вообще нейтральная, об этом много говорила, да, сегодня и Наталья. Вы просто придали ему окрас. И придали еще силу, значимость, да, раскрутили там этот маятник. Вот у нас как? Вот манифестация, да, вот создание, да, чего-то вашей реальности, вот вашей реальности, денег, оно происходит же как? Вот мысль формирует эмоцию, да, какая-то. Допустим, мысль закралась, вдруг она меня там обманет, да, мысль закралась, или вдруг она меня когда-нибудь, допустим, подставит. И у вас мысль, она создаст какую-то вам эмоцию, да, потом вы сделаете какое-то действие, действие приведет к результату, результат приведет к реальности, да, где реальность свою какой-то результат получите, а вашу вот эту мысль, что она вас подведет, откуда она засела? С ваших ограничивающих убеждений. Получается, вы получили команду, допустим, команду, да, вот яблоко получили, а из-за ваших корней не то, которое хотели. Ту команду слабую, может быть, или там неплатежеспособную команду, или что там. Понимаете? Поэтому давайте вот эту практику, она будет, наверное, таким ключевым. Вообще, чем я вибрирую? Что я, как невидимая золотая нить, да, притягиваю в свою жизнь? Это вот вы только мысль отправили, а она имеет нитку. Это вот это состояние придет к вам опять. Чушь, да, чушь состояния. Ну, допустим, у меня, мне говорили в детстве, я такая, сейчас, я, допустим, вообще, у меня шикарная фигура, шикарная, шикардосная, да, но мне говорили, что я в маму, что я, у меня бедра широкие, и в детстве меня вообще, там, когда в садике училась, говорили пончик. Блин, я эту фразу переделала в бусинка. Я бусинка. А сейчас я для узкого круга, я киска.
То есть динаргиска-киска, то есть такая пластичная, такая как киска, такая вся гибкая. Понимаете? Сами себе придумайте чушь, ну переделайте на прекрасное. Вообще у вас должно быть кодовое слово. Да, я вот пока не читаю, вот что-то выскальзывает это. Поэтому давайте вот так, у вас будет кодовое слово. Вот, допустим, вы себя, допустим, вот если вы на себя со стороны посмотрите. Давайте, не со стороны, давайте посмотрите. Вот вы сидите наверху, внизу за круглым столом сидит ваша семья, и там вы где-то. И вот вы, допустим, на папу, каким бы словом вы папу назвали бы? Каким бы словом маму назвали бы? Одним кодовым словом мамы. Допустим, моя мама – мудрость. А мой папа, ну вот все, что есть в мужчине, мужчина. Но такой, знаете, мужчина иногда и как гаркнет, и как это, ну и мужчина в виде заботы. Вот у меня прям вот. А, допустим, моя сестра – поддержка. А, меня многие называют, я ну, это чувствую, ну слышу же, да, раньше солнце называли. Я в другой сетевой компании работала, меня там солнышко называли. Солнце, солнце, ярко светишь, тепло даришь, там позитивное. Сейчас меня многие называют благодарность. Вот как бы вас назвали? Как кодовое ваше слово? Вот как вас назвали бы? Как вот? Вот вы всех вот можете, а себя как бы вы сами назвали? Может быть, миссис страх, миссис сомнения, миссис чушь, да? Или там, ну, не знаю. Красотка мама, кремень отец. Мама – это уют и тепло. Вот. Да? Да. Вот. Я солнце. Круто? Самолет. Вот поэтому вот чем вы ассоциируете сами себя? И пускай вот это вот кодовое слово у вас, ну, вынесите, пусть оно будет какое-то высоковибрационное. Сестра продуманная, я красота во всем. Светлячок Настя, счастье, вау, мотиватор, мега-мама, щедрость. Что означает акула? Акула, акула-хищница, акула-красотка, акула умная, какая акула-выносливая, сын сокровища, моя мама вкусняшка, миллионерша, сексуальная миллионерша, она Майкл Хатчесон говорит на себя, сексуальная миллионерша. Я поставщица счастья. Классно. Чудо. Да. И вот я на своего сыночка, когда смотрю, я на него говорю, что он у меня триллионер. Триллионер. А, дочь у меня, она у меня и золото, и чудо вселенной. Вот сейчас я ее называю, она у меня кызгым. На казахском это моя радость. Племянница у меня акылдым, талантливая. До этого я ее еще называла. Вот, супер, вот и о себя, как вы назовете, видите, папа золото, а вы кто? Вот просто охарактеризуйте себя, да? Энергичная миллионерша, классно. Ага. Супер, супер. Так, теперь давайте ограничивающие убеждения, да? Папа характер, мама трудолюбивая, сестра солнце, классно. Справедливость, сексуальная миллионерша, моя дочка счастье, да. А у меня сына зовут Алимхан. Мы же знаем, да, вообще силу имени Алимхан. И вот Аль-Алим – это одно из имен Всевышнего Аллаха. И это переводится «все знающий». И когда у него колыбелька, вот, эти, вот эта песня как раз такая мелодичная, очень крутая. Я тоже вам советую, если вы мусульмане. Нет, да? И вот все знающий, вот с детства. И его вот кто близко, вот, ну там, не знаю, до полугода, его называли не по имени, а говорили Аль-Алим, Аль-Алим, Аль-Алим. Угу. Муж Чипидел, мой сын чемпион мира, миллион счастья. Все классно. Ребят, смотрите, завтра у нас будет классная тема, да, на марафоне благодарности. Туда заходите, потому что вы еще 20 дней сможете проработать все свои сферы, которые как раз требуют вашего внимания, вашей благодарности, чтобы по закону, да, который мы с вами знаем, работает безусловно, да, в вашу жизнь притянулось все изобилие. Есть одно слово, которое изменит все, да.
И сейчас, в это непростое время, для Казахстана, для Киргизии, для всего вообще мира, да, когда мы больше полугода, да, живем в этом страхе, да, и на самом деле мы вот так вот коллективно его притянули в Казахстан, да, боялись того, чего не было, да, и тоже закон притяжения круто сработал. А теперь, если мы 577 сердец еще будут смотреть, мы с вами в унисон поблагодарим Всевышнего за... Будет сердце у нас наполнено благодарностью за то, что он нам дал. Будем искать только выгоду в этой ситуации. Возможно, у вас там безоплатное членство сейчас пострадало. Может быть, там еще что-то. Ваш бизнес закрыт. Неважно. Найдите. Найдите причину для благодарности. Говорят, у благодарного сердца пир не заканчивается. Я хочу пожелать, чтобы у вас пир не заканчивался. На вашем дастархане, в вашем сердце, на вашем настроении. Когда мы говорим про настроение, это, знаете, вот говорят, я не в настроении. Это вы когда свой бизнес строите на эмоциях. Когда ваш бизнес, он, ваши эмоции, как будто бизнес это вы. А вы попробуйте на Incruzis еще посмотреть вот как на бизнес. Это вот как отдельный организм. И тогда ваше настроение не будет влиять на то, чтобы позвонить или не позвонить своему партнеру. Вы будете понимать, что так нужно. Вы не будете изредка или нарывками делать какие-то публикации касаемо вашего бизнеса, а вы до этого это делали, а сейчас у вас нет, понимаешь, настроения и не хотите делать. Вот. Большая ошибка делать на эмоциях бизнес. На эмоциях зайти, да, потом мы понимаем, какой, да, где этот человек, да, там, винит кого-то, еще что-то, да. А вот когда вы уже все, вы в бизнесе, вы выбрали этот путь, да, путь, который требует создания, путь, который требует, чтобы вы делали. Потому что, вот представьте, это огромный организм, который нужно создавать, играть в долгую. В долгую. Здесь в быструю, если вы сыграете, и вы, наверное, видели людей, которые сыграли, отбили свои деньги, ушли, да? Или там подписали 5 человек, а сейчас эти 5 человек не проплачивают счета, и у вас безоплатки нету, да? То есть вы зашли вот за какой-то маленькой целью, и у вас так нету цели, все. А если вы сейчас в долгую начнете играть, вы начнете создавать каждый отказ, который будет приходить к вам, вы просто будете говорить, что это временно. Я с тобой буду всю жизнь. Ты будешь видеть, как я буду достигать ранга. И ты все равно будешь мой. Поэтому моя дверь тебе открыта. Всегда открыто. Там будь моей помощницей сейчас, будь моим проводником в свой круг знакомых, да, там будь мои там контакты дай свои, да, порекомендуй меня. Понимаете? Поэтому вот в долгую играть это когда вы не ждете сиюминутной выгоды. Вот наш бизнес такой. Понимаете? Наш бизнес. Поэтому просто разберитесь в себе, насколько надолго я сюда пришла. Вот настолько надолго, сколько вот сердце будет биться мое. Да? Насколько созвучно, вот сегодня Майкл Хатчисон будет выступать, да? Вот, потрясающие будут новости, да? И вот насколько созвучно ваши ценности и компания Incruzis. Поэтому, ну, очень круто. Динара, давайте, все, давайте, давайте, Султана, отправляй запрос Султана. Запрос, ага, жду запрос Султана. Огромная для меня честь пообщаться с миллионером. Ага. Все, Султана, можешь отправлять запрос. Я, в принципе, закончила. Я думаю, еще будет возможность поделиться. А, не могу? Ага. Ты, Султана, выйди с эфира и еще раз зайди. И сразу выйдет этот... Нет, выйди сейчас, выйди с прямого эфира и зайди, и сразу выйдет. Угу. А, сейчас. Угу. Да-да-да, я сейчас присоединяю. Сейчас, минуточку.
Привет! Встречайте! Султана, привет! Привет. Привет, привет. Ау, привет. Да, все. Ага. Султана, Султана, смотри, ты виснешь, да? Султана. Давай с другого номера выйду. Так, давайте, знаете, может быть, я выйду, и Султана зайдет. Султан, напиши, пожалуйста. Что-то со звуком, да. Султану не слышно было, да? Ага. Ага. Сейчас вот так добавлю по запросу Султаны. Угу. Да, сейчас я приняла. Ага, все. Султана. Динаргиз, слышно теперь меня? Да. Да, я хочу поблагодарить, друззья, тебя, ну, поблагодарить, во-первых, вас всех за ваше терпение, за то, что вы сегодня 5 часов, да, мы планировали на 2,5 часа, но вы сегодня 5 часов были на этом тренинге, почти что уже 500 человек, начиналось да, с 1200, да, сейчас уже 500 человек, шикарно. И эту идею марафона именно по духовности, да, это сделали вот сама автор, это вот Динаргиз. Динаргиз, Ксюша, да, то есть вы же знаете, да, у нас есть такие планерки топовские, да, они всегда, девчонки у меня в команде, у нас в команде, они всегда предлагают какие-то идеи, если эти идеи классные, мы их всегда реализуем, то есть всегда. И знаете, вот Динаргиз, Ксюша, они создали чат, они связывались со спикерами и так далее, да, это они организовали весь этот эфир, так что, Динаргиз, я хочу тебя поблагодарить, я думаю, ребята, напишите, если вы уже 500, почти 600 человек не зря здесь сидят, да, столько благодарности люди пишут, да, я, напишите, пожалуйста, свои отзывы, и вот прям отправьте все, что вы сегодня получили, отправьте все это нашим спикерам сегодня, да, Динаргиз, давай, принимай, ты у нас осталась самая крайняя, да, самая последняя здесь, поэтому, Динаргиз, принимай всю эту нашу любовь, всю нашу благодарность, принимай, мы тебя благодарим, отправляем свою любовь, да, и... Принимаю. Действительно, в наше время, в сегодня шикарный день, да? Скажите, шикарный день сегодня. Возможно, для кого-то был это впервые такой формат обучения, потому что обычно это очень глубокие трансформационные тренинги, понимаете, да? То есть обычно это в формальном обучении ни в одной компании так не дается, согласитесь, да? То есть это делают обычно лидеры либо на каких-то тренингах и так далее, да? Но то, что сегодня мы сделали, то, что сегодня мы организовали, да, это было круто. Каждая, вот прям каждая нота души, да, сегодня, ну, просто, ну, это было реально классно. Я хочу вас, каждого из вас поблагодарить, кто сейчас сидит на эфире, кто выполняет условия марафона плюс один. Друзья, до конца марафона, до конца января месяца осталось у нас, получается, сколько? 8 минус 3, получается... 8 минус 3, 5 эфиров, да, осталось 5 месяцев, и каждый эфир
а мы будем добавлять какие-то фишечки. Ребята, продолжайте, действуйте, изучайте, делайте, никогда не сдавайтесь. Посмотрите, какие люди у нас в команде, посмотрите, какие лидеры. Вот задайте себе вопрос, хотите ли вы быть минимум такими лидерами, даже лучше, понимаете? То есть у нас есть люди, которые ставят планку, у нас есть люди, на которых мы можем равняться и делать еще. Вы понимаете? Потому что не везде этим можно похвалиться, не везде это есть. Это 100% я вам говорю, да, что и сейчас это все для вас. И то, что даже сейчас происходит, да, у нас в Казахстане, да, в Кыргызстане, да, очень тяжелая обстановка, несмотря на это. Сегодня Динаргиз, у нас есть свой собственный чат, говорит, у меня, говорит, пневмония, да, то есть двухсторонняя там пневмония и так далее, вы понимаете? То есть Динаргиз сегодня, как многие люди, наверное, на ее месте бы сказали бы, я не могу сегодня выступать и так далее, мне признали, там, сами выкручивайтесь, как хотите, да, но ты сегодня служила этим людям, это классно, я вообще, ну, это реально потрясающие лидеры. И я хочу, чтобы у вас все ваши желания сбылись, и сегодня был реально очень классный день. Классный день. Благодарю. Ребят, сейчас есть такая классная практика, мы тоже ее будем делать в марафоне, кстати, завтра или послезавтра. Осыпьте друг друга, вот 581 сердечко бьется в унисон, друг друга золотым песком, прям с макушки до пяток благодарностью. Вот я вас каждого осыпаю. Благодарю. Благодарю. Султана, огромная благодарность. Да, увидим, я вас благодарю, вообще такие лидеры в нашей команде, в нашей компании, вообще это божественная компания, прорабатывайте, прорабатывайте.